Да. Всем привет. Мы с Шариком вышли на улицу. Время без 15:04. Шарик проспал 23 часа. 5 вечера. Зашли домой. Вот только сейчас мы вышли. Ох, он выспался хорошо. И сейчас я на море не пойду. Я хочу, чтобы он еще поспал. Он обычно 2 дня выдерживает дома. Потом все, бежит к морю. Хочу, чтобы он еще поспал столько же времени. И будет все пучком. Давай, Шарик, иди в туалет. Так, надо в магазин сходить. Курочку взять ему. Или паштет еще чуть-чуть ему взять. Что, Шарик, пошли в магазинчик потихонечку. Хорошая трава около дома, да, Шарик? Согласен. Давай, давай, давай. Ага, побуксуй, побуксуй. О, правильно. Хорошо, буксуешь. Идем, Шарик, в сторону магазина. Хотел я на речку с ним прогуляться, но до реки тоже далеко идти. Думаю, что его лишний раз это. Пусть отдохнет, чувак. Пошли, чувак. Ой, трава какая. Завтра или послезавтра, сегодня какое у нас число? А 8 мая, да. Короче, завтра 2 дня будет пасмурная погода. Плюс 14 обещает днем. Плюс 14, вообще маловато. Шарико, я здесь. Объюку, смотри, не уколись. Ты же уже знаешь, что такое юка, Шарик. Это юка коротенькая. Такие иголки острые у нее. Приедете с детьми, смотрите аккуратнее, чтобы не подходили к ним. Сразу выколить глаз. Сейчас кто... Ну, айда, в магазинчик пошли. Идем. Да не, на море не пойдем, Шарик. Как ему трава нравится. Ты давай не разгоняйся, на море не идем, я же сказал. Сирень. Ну-ка, запах есть? Ну, есть. Идем, идем, идем. Идем, идем, идем. Ты... Смотри, подожди меня здесь. На море не убеги. Туда тоже не заходи. Вот сюда садись. Вот сюда сядь лучше. Вот жена дружка сидит, а дружка самого нету. Что-то дружок подвисает где-то с подругами. Дружок подвисает где-то. Я корм пустой вышел. Ну что, барышня, где твой кентушок? М? Где дружила? Потеряли дружилу? Что же вы такие? М? Всех своих мужей растеряли, черт бы вас побрал. Сиди, Шарик. Сиди, отдыхай.
Да, точно, наверное, испортится погода. Видите, тучки на небе. Пойдем в шарик за борщом, сходим в Марку. Взял курицу ему. Кто-то рукой нам машет шарик. Кто-то рукой нам помахал шарик. Пятерочку давно уже не завозят борщ. Борщ, солянку. А наша Марка, вот магазин. Но я на автобусе, когда еду, я около Пятерочки выхожу, забываю, а потом в Ломы идти сюда спускаться. Рыжика не было около Пятерочки, наверное, в центр убежал. Жена, видите, дружка, замутить хочет шариком. Что за... Иди ищи дружка. Какого черта ходишь? То клипсы его кинул, теперь это еще на хвост падает шарику. Он думает, на речку идем. Нам сюда шарик. Пошел. А, вернулся. Вот сюда я пошел, смотри. А то сейчас убежит куда-нибудь. Возьмем борщ и свекольник. 44,73 борщ 47. Так, а где свекольник? Вот свекольник. Это он получается только красный, да? Борщ. Народу нет в магазине. Шарик. Все, уже язык на плече, жарко, да? А душновато, кстати, на улице. Пойдем потихонечку домой. Душноватенько. Слушайте, что тут сильно душно на улице. На, открывай рот. Рот открывай. Блин, как же ему дать-то? Не испачкайся, шарик. Паштетик. Вкусный паштет, шарик. Руку, палец не откуси мне. Все, нет. Не хочет домой идти. Сел и сидит. Вот здесь
около магазина хлебного. Ты что это? Шарик. Да, неохотно идет домой, странно. Идем, что? В траве разлегся. А да, здесь посидишь. В траве разлегся у нас шарик. Вам не надоело там писать про больные ноги шарика? А? Одно и то же, одно и то же. Ведь уже знаете шарика столько лет. Постоянно пишите. Ой, у шарика ноги больные, ой, у шарика ноги больные. Да все знают об этом. Только у него не ноги больные, а плечи от аварии. Это уже не вылечишь. Идем. Садись, покурим, да. О, хорошо в траве, шарик. Не то, что на пляжах на щебенке лежать, да? Скажи, здесь покруче. Что ты? Смотри, какая шарик трава замечательная. Шарик. Жарко тебе, я понимаю. Ох, трава какая, шарик. Эй, трава какая. Замечательно тебе в этой травке, а, шарик. В тенечке шарик наш, в тенечке. Тенечки на шарик. Покушай травы, шарик. Витамины нужны тебе. Шарик. И поешь, поешь траву, поешь, поешь, мой золотой, поешь. Эти шарик. Покушай, покушай траву. На, шарик. Вот трава. Витаминчиков не хватает, да, шарик? Вот, на. Шарик, шарик. Я его сегодня почистил немножко. Столько вот столько пуха было. Не пуха, шерсти, вот столько. Полежи, шарик, отдохни, отдохни. Да давай, давай, траву уберу. А, кушать ты будешь? Здрасте. А я узнала. Здрасте. Вы на YouTube снимаете. А ты не боишься его гладить? Нет, он добрый. Да, откуда ты знаешь? Я его кажу, он каждый день с нами гулял раньше. А что же вы его бросили? А это не наша собака, мы просто гуляли раньше. Ну, Влад, сосед мой. Ну, хорошая собака, шарик. А? Да. Он очень добрый, он всегда с нами ходил раньше. А вот он на море любит камушки играть. А, я его видел раньше, на море с тетей ходили. Ага. Я камень кидаю, он за ним в море прыгает. Да, правильно.
Шарик, тебя все знают. Только никто не кормит. А так все знают Шарика. Зачем вы его всем откидываете? А он любит так. Он в камыш любит заходить, в камыше лазить там что-то. Что ты ешь? Ну, что ты кушаешь? Вот, Влад, сегодня увидишь себя в Ютубе. А когда вы видео выпустите? Вон, видите, траву ест. Витамин. А когда вы выпустите видео? Когда домой зайдете? Витаминов не хватает. Что? Вы видео выпустили, когда домой зайдете? Ну да, сейчас вот приду, через час выложу. Через час выложу. Шарик. Жарко ему. Слушайте, что так душно на улице? Сколько градусов сегодня? 20. 20? Наверное, дождь пойдет. Будто дождь. Просто духота какая-то. Да, воздух влажный очень. Угу. Прям даже дышится тяжело. Мы еще с Сашей снимали. Ну да, он вот здесь, да, рядом живет. Саша ботаник, да? Угу. Все он знает про деревья. Он сейчас в парке с братом. На, Шарик. Шарик. Ест, ты ешь траву. И а они ведь так желудок чистят, собаки. Желудок чистят? Да, они травой желудок чистят. Ну ты молодец какой. Ты тоже все они знаешь. Они и зубы, и чистят, и желудок. О! Ты малорик прям. Жарко, да, Шарик? Дышит тоже тяжело. Ладно, на море завтра пойдешь, Шарик. Ну что ты? Тебе надо отоспаться, там же около моря разве с туристами спокойно поспишь. Да, 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 я о том же. Да, 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 Шарик, да, 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 завтра на море пойдем. Ну да, ну он ему 11 лет, старенький, что ты хочешь. Да, 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 Шарик, завтра пойдем на море. Ай, ты мой золотой. Шарик, Джанчик. Завтра на море пойдем. Отоспаться тебе надо. Интересно, когда сегодня он, мне кажется, отоспался? Он 23 часа спал. Ну ничего, еще поспи, скажи, да, Шарик? Поиграйся, поиграйся. Поиграйся. Давай, счастливо, сосед. До свидания. До свидания. Шарик, птички чирикают здесь, да? Хорошо вот здесь. М? Лайкам хаски вообще нельзя же им на юге жить. Они север любят, холод.
Голуби там, голуби, шарик. Смотрите, осталось еще дерево у нас таким цветом красивым. Здесь тенек, наверное, поэтому она позже расцветает. Что, Шарико, пойдем домой? Да что ты, не хочешь домой идти? Шарик, эти суслик. Ну и да, Шарик, потихонечку подниматься будем. Не хочешь? Ох, Шарик. Ох, Шарик. Пошли. Пошли. Идем. Идешь? Неохота ему. Здесь свежий воздух, травка. Идем, Шарюша. Лежит, короче, и не поднимает. Я вот ему и вот этой хрустяшку ему вот этой так вот делаю. Он сюда смотрит, а сам не хочет идти. Идем, Шарик, смотри. О-о-о. 24 рубля стоит рулет бисквитный. Идем, идем, идем. Черт побери, а. Как же его тут все поднять-то? Ай да, ну что, уселся? Сейчас распечатаем, Шарик, дома. Чё ты в натуре? Поднимайся давай. Ну, чё-то вообще раскис ты. Уши в трубочку свернул. На чё обиделся-то? Вон, слюни текут, а сам не идёт. Пошли, Шарик. Пошли. Да дам я тебе, я тебе давал уже рулет. Сомневаться во мне стал что-то, Шарик. Удивительно. На, ешь. Ешь, ешь. Что, на море понесешь? Посмотрим, как он будет рулет кушать. Давай вскрою. Да давай вскрою. Подальше от меня. Отвернулся что-то. Типа отниму. Я бы не давал бы тебе, если жадный был бы. Александр! Александр со своими собаками вышел. Что, никак? Давай помогу. Ведь там еще. Он сейчас меня укусит. Ну вот Александр со своими овчарками. Ты их не, близко не подводи, а то кипиш будет тут. Он что, не может открыть ее? Ну да. Ешь, ешь, это, открывай, Шарик. Это Александр, сосед.
Ты его не узнал, что ли? Ну вот, уже открыл. Дай я распечатаю шарик. Дай я распечатаю шарик, Джон. Не доверяет. Не это доверяет. Что у него там? Да бисквитный этот. Я хотел заманить его домой. Домой не хочет подниматься, жарко, видать. Ну, я говорю, на, открывай, он взял, унес. Вы что, уже домой? Ну да, в магазин ходили, он ночевал же у меня. Ты что, только вышел? А что такие цепи большие? Они что, убегут что ли куда у тебя? Или зачем такой ошейник? Угу. Ну что, давай помогу открыть шарик. Добрался, да? А ты не верил, что это там... А вы куда? Со своим боником. Пирог. Опа, пацаны, сейчас поделаю. Как же у него забрать-то, вскрыть? Надо было сразу вскрыть. Ну вот, все. До цели дошел, да, шарик? А есть вторая еще упаковочка. Да. Все, уже доел ты. Пошли домой. Пойдем. Пойдем, шарик. Шарик! Да не трогай ты ее. Блин, хотел сфоткать. Шарик, ну угомонись. Этот играется. А этот она играется, да. Это Жесси. А, это ваша? Это, да. Шарик, ну иди от моих собак. Да он это... Она же вот это играется, а? Она играется, да. Красивая собачка. Ко мне. А Шарик все всерьез в штыки принимает. Она играется, да. Привет. Жесси, ко мне. Как ее звать? Жесси. А, это она, да. Жесси. Шарик, успокойся. Что ты кипишуешь? Присядь. А ты что, ее сам боишься? Нет, не боюсь. Ну, погладь ее. Что? О, айда, айда, посмотри сюда. Смотри. Красивая. Ну, шарик. Шарик. Шарик, ну она с тобой играет. Ну, что ты прикалываешься? А он что-то ревнует, наверное, что-то, не знаю, что он. Что он такой злой? А, плохо. Не обижайся на шарика. А это красиво. Беги! Нельзя! Уже сказала! Шарик, да успокойся ты, господи. Вон мысолок какой-то нашла. Мысолок нашла, да? Кушай, кушай. Пушистенькая. Как увижу ошейник у них это на шее, меня ж трясет. Жалко их.
А вот мосолок лежит. Вот. Да, да, да. Да Шарик, да успокойся ты. Кушай, кушай. Угу. А вы разрешаете ей маслы грызть? Где этот пацаненок, хозяин? Кого? Нашу собаку чуть не съела. Да? Ничего себе. А траву не кушаешь, как Шарик? Чего она такая голодная? Где этот пацаненок? Чего, они ее не кормят, что ли? Нельзя. Ох, Шарик, ты ревнивец, я посмотрю. Оп. Успокойся ты, чё ты? У тебя вон в мешке курица лежит. Тебе-то что переживать? Этот идет, идет, идет. Отстань от нее, Шарик. Нельзя, сказал. Нельзя. Что, подерутся? Она это, когда рычит, она падает, ложится, дает понять. Один щенок. Не трогай меня. Щенок умер. Что-что? Один щенок с ним подрался, и он умер. Да? Че он разлегся? Не идет домой нифига. Вообще. Он улегся и все. Пошли домой, Шарик. А потом по второму. Не знаю, что делать. Не могу тут сидеть с ним на улице. Уже целый час поднимаемся домой.